Борцы-боксеры, пловцы-каратисты, атлеты-бодибилдеры и дзюдоисты, рукопашники и другие адепты физкультуры. Нам не интересны алкаши и нашакуры. Архитектура дело спортсмена хороша, идеально, совершенно, привлекая взгляд женской особи, придая уверенность, убивая фобии, а от зависти не имея компетенции, говорят о какой-то там импотенции. Выгодно тем, кого удушит жаба, а тем, кому прикольно выглядеть как баба. Не раз уличали ложь этой трактовки, лучше нет потенции, чем после тренировки. Там по перчатке, шингерты, борцовки, время занятий, физической шлифовки. Уважение спортсменам и спортсменкам от души выражаю этим треком. Нас немного, но не так уж и мало, как прежде в теле хоть и многое бывало. Уважение спортсменам и спортсменкам от души выражаю этим треком. Нас немного, но не так уж и мало, как прежде в теле хоть и многое бывало. Стадион, спортзал, гуся, турники — лучшее лекарство от стресса и тоски. После фреш или вода, девушка или жена, так живут кто у них. Слабого звена здоровья беречь с молоду, плевать на моду, умирать молодым оставим идиоту. Разных гламурных куриц шеренга, но лучшая девушка — это спортсменка. Поразить по скалам или горам, бег по утрам или вечерам. Много всего, если есть энтузиазм, несмотря на массовый стадный маразм. Непонимание простых обывателей, завистников и прочих недоброжелателей. По-любому ЗОЖ — это наша норма, хоть в области спорта не проходит реформа. Уважение спортсменам и спортсменкам от души выражаю этим треком. Нас немного, но не так уж и мало, как прежде в теле хоть и многое бывало. Уважение спортсменам и спортсменкам от души выражаю этим треком. Нас немного, но не так уж и мало, как прежде в теле хоть и многое бывало. Уважение спортсменам и спортсменкам от души выражаю.